ребя. Хотел показать вам свою раму с Yamaha R1. Мне ж пришел порошок, но салатовый не пришел. Вместо них китайцы мне прислали золотой. Я их там очистил. Какого хрена, типа того, что присылаем фотку под своим заказом. Они: ой-ой-ой, извини, мы тебе отправим сейчас твой. Ё-моё. Вот, я же помешал просто с лаком. Здесь так поближе, если. Просто помешал с лаком и просто, грубо говоря, кисточкой решил нанести. Но не тот цвет, не такой, он яркий, не такой, как на фотках, все понятное дело, да. Вот здесь вот эти блестки зелененькие, то, что присутствуют. Вот они больше как-то дают такого прикольного эффекта, чем оранжевый цвет. В краске, который в баллончике оранжевый, он намного прикольнее, который у меня был выкрашен, колеса на эрке. Вон там вот стоят они. Вот сейчас, не, давайте вам покажу. То есть я хочу раму сделать тоже вот это такой. Нам, наверное, к ним домой ехать, что ли? Не знаю, тоже вот такой хочу. Видите, вот такого цвета. Вот. Вот он, этот цвет тоже. Вот такой. Думаю, вот. Вот этим цветом сделать раму наполовину, а не тем, который. Который, блин. Не то, не то. А, давайте я покажу вам сейчас, как он выглядит в упаковке. Вот, я хочу вот так. Вот такого цвета. Вот таким вот цветом. А он выглядит у нас вот так. То есть нет, я сейчас, короче, раму возьму, заклею. И половину рамы, как я хотел, покрашу, загрунтую белым. Порвался чуть-чуть, уголочек порвался. Посмотри, надо будет пересыпать куда-то. Вот, и покрашу все-таки, загрунтую раму. И покрашу вот этим цветом с баллончика. А сверху, может быть, уже какими-то вот такими, вот даже влаг добавлю, может быть, чуть-чуть вот этого блеска, чтобы было поинтереснее. Да? Ну, видно даже на камере, да, на видосике, что тот поярче смотрится, прикольный. Это темненький. Как-то так.